Заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где должны решить судьбу сиамских близнецов из Шипуновского района, перенесли на сентябрь. Родители детей-инвалидов надеются, что девочки останутся на воспитании в семье. Мне позвонили, я так поняла, что это с прокуратуры. Та девушка, которая мне приезжала, давала повестку. Позвонила, сказала, завтрашнее заседание переносится на 4.09. А почему? Из-за недостаточности материала. Напомним, после нашего сюжета о девочках комиссия по делам несовершеннолетних заинтересовалась содержанием и качеством их лечения. После проверок органов опеки, соцслужбы и прокуратуры родители сиамских близнецов обвинили в недостаточном уходе за детьми, а конкретно в пропусках курсах реабилитации. Полный список замечаний мама девочек должна услышать на комиссии. Почему ее перенесли, неизвестно. Сейчас семьей Елены активно интересуются различные службы, в том числе те, что выдают инвалидам специальные коляски. После нашего сюжета они просят Елену пройти для девочек повторную ВТЭК – врачебно-трудовую экспертную комиссию. После этого близняшкам обещали предоставить новые коляски. Осложняет ситуацию то, что ВТЭК проходит в Барнауле, а вести одновременно обеих дочерей одной Елене крайне сложно.